Уважаемые жители Верхнеуральского района, отдел МВД России по Верхнеуральскому району очередной раз предупреждает граждан о участившихся случаях мошенничеств на территории Верхнеуральского района. За прошедшую неделю зарегистрировано 5 мошенничеств, где ущерб в результате преступных действий гражданам причинен на общую сумму 500 000 рублей. Уважаемые жители, ни в коем случае не сообщайте пароли и не переводите денежные средства незнакомым людям. Не сообщайте никому персональные данные банковских карт в кодов доступа. Не поддавайтесь на уловки мошенников о заниженных ценах при покупке в интернет-магазинах. Не соглашайтесь на предоплаты при продаже личных вещей на сайтах продаж, таких как Авито, Авторо, Друм.ру. Не верьте злоумышленникам, что ваши родственники в беде, за что необходимо перевести денежные средства за различные услуги. Проявите бдительность и внимание, в таком случае вы не станете жертвой мошенников.